Сегодня водительские права есть практически у каждого. Но стать хорошим водителем дано не каждому. Чем больше людей садится за руль, тем чаще на дорогах происходят опасные или просто курьезные ситуации, которые удалось снять на камеру. Даже не представляю, что нужно было вести, чтобы с кузовом произошло такое. Но водитель едет дальше, как ни в чем не бывало. Наверное, это самый ленивый водитель в мире. Он решил не расчищать лобовое стекло полностью, а просто сделал себе маленькое окошко. Как только эти двое вышли из машины, она покатилась вниз. Остановить ее смог только бетон и бордюр. Этот пикап перевезет все, что угодно. Даже другой автомобиль. Главное проявить немного изобретательности. Недовольным останется только водитель автовоза, у которого такие вот изобретатели отбирают хлеб. Такого точно никто не мог предвидеть. Но неожиданно откуда-то сверху упало колесо. Оно могло попасть прямо в автомобиль, но, к счастью, отскочило в сторону. Ничего не предвещало беды, но внезапно автомобиль выехал с парковочного места и помчался прямо на другой автомобиль. Этот автомобиль мало похож на амфибию, но водителя, похоже, это не волнует. Не знаю, зачем он решил поездить по реке. Возможно, было слишком жарко, и он решил освежиться. Когда дороги замело, помимо автомобилей на дороге появились самые необычные транспортные средства. Но их водители, похоже, не знают правил дорожного движения и только добавили остальным неприятностей. Куда, баран? Видеорегистратор зафиксировал очень необычное происшествие на дороге. Полицейские забыли закрыть двери, и задержанный попросту сбежал. Он жестом попросил водителя не сигналить, но что там не подсказывает, что даже если бы свидетель подал сигнал, правоохранители все равно не поняли бы, что к чему. Иногда груз, который нужно перевезти, не помещается в багажник. Тогда приходится проявлять креативность. Этот работник так тщательно рисует зебру на дороге, словно создает настоящий шедевр. Интересно, сколько времени у него займет весь процесс? Эта труба немного не влезла в багажник, но это не беда. Ее надежно закрепили, и водитель вовремя доставит этот ценный груз. Водитель грузовика забыл опустить кузов и снес светофор. Не знаю, что произошло с водителем этого автомобиля. Возможно, просто отказали тормоза. Но двигаясь очень медленно, он наехал на другой автомобиль. Кажется, этот автобус пережил апокалипсис, и то, что мы видим, это все, что от него осталось. Но самое удивительное, что водитель не сдается и продолжает ездить на этом транспорте, который вот-вот окончательно развалится. Похоже, в этой семье водительские права есть только у собаки. Вот и приходится бедному псу возить пассажиров. Но он отлично справляется. Водитель этого автомобиля часто слышал, что полиэтилен – это зло.
Но в этот день он убедился в этом на собственном опыте. Водитель грузовика, отъезжая, полностью разрушил заправку. Сам-то он успел заправиться, а чужие проблемы, видимо, его уже не волнуют. Мужчина шел по дороге и ничего не предвещало беды. Но через мгновение вся жизнь пронеслась у него перед глазами. Автомобиль занесло, и он чудом не задел пешехода. Пока одни водители переживают, что не успели сменить летнюю резину на зимнюю, этот водитель прекрасно обходится вообще без шин. Этому водителю действительно удалось всех удивить. Правда, немного не так, как он планировал. Главное, что ни один человек не пострадал, а колесо можно будет починить. Просто посмотрите на этого водителя и никогда не повторяйте его ошибок. Эта девушка хотела эффектно появиться в кадре, и ей это удалось. На такое появление нельзя не обратить внимания. Не имеет значения, какая у вас машина, если вам повезло с женой. Такая женщина способна решить любую проблему. Например, перевезет бетономешалку на легковушке. Чтобы почувствовать себя настоящим гонщиком, вовсе не обязательно иметь крутой суперкар. Казалось, что у этих двоих все под контролем. Но что-то пошло не так. Думая, в следующий раз они не поскупятся и заплатят за доставку. Этот парень забыл про ручной тормоз и создал проблемы не только себе, но и тому, чей автомобиль стоял сзади. Но гораздо хуже, если про ручник забывает водитель пассажирского автобуса. Представляю, что пережили пассажиры за эти пару секунд. Эта жуткая ситуация произошла в горной местности. И просто повезло, что никто не пострадал. Ну разве что дорожный столб. Выезжая, водитель врезался в грейдер, и тот покатился прямо в гараж. В панике водитель побежал вслед за ним, но грейдер уже было не остановить. Эти длинные трубы удалось доставить куда нужно. Но вот во время разгрузки возникла проблема. Хотя разве это проблема? Вот это настоящая проблема. При транспортировке труб одна из них прошла сквозь кабину и чудом не задела водителя.